بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعي برات دعي سوس. Hvala Allahu za to što Allah ta'ala daje nam mogućnost tak sabrati sa svim bratom, sabrati se i drug drugu napominati. Напоминать то, что мы забываем, некоторые люди, да, забыли что-то. И чтобы собраться, напомнить, есть такая возможность, альхамдулилля. Ведь каждый человек нуждается, чтобы ему напоминали, говорили о религии. Поскольку бы мы не знали бы это, все равно забывается это. И чтобы друг другу напоминать, наставлять, каждый из нас должен. И наша встреча, чтобы вам напомнить, чтобы вас наставить. То, что вы не знаете, то, что вы забыли, вам сказать, напомнить вам. Конечно, надо сидеть серьезно, и то, что мы будем слушать, слышать, воспринимать, и дальше, чтобы следовать за этим. Ведь Аллаху Та'аля не спасал ислам, религию ислам, и спасая пророков, посланников, наставлял людей. Когда каждый раз человек заблуждался, люди заблуждались, Аллаху Та'аля спасал нового пророка, нового посланника, и чтобы людей наставить. Когда люди ослушались Аллаха, совершали непристойные поступки, Аллаху Та'аля посылал нового пророка, чтобы наставить этих же людей на правильный путь. Вот так же к нам, ко всем людям, Аллаху Та'аля послал последнего пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям, наилучшего из всех творений, всех посланников, из уммата, которого мы являемся. Ведь пророк, алейхи саляту вассалям, всю свою жизнь отдал, чтобы наставить свою умму, чтобы наставить людей на истинный путь, чтобы людей сохранить от ада. Переживай за каждого мусульманина, боясь, что человек попадет в ад, пророк, алейхи саляту вассалям, переживай и наставлял каждого. И сам пророк, алейхи саляту вассалям, говорит, мой пример, как пример человека, который ночью разжег костер, увидев свет, насекомые бабочки начинают лететь туда, думая, что там свет, но не понимая, что там они погибнут. И этот человек, видя, что они сейчас погибнут, начинает их разгонять. Но все равно бабочки оттуда, отсюда все равно залетают в огонь и погибают там. Вот так же я, говорит пророк, алейхи саляту вассалям, пытаюсь вас защитить от ада, от адского огня, ухвачивая вас, но все равно вы вырываетесь и стремитесь в ад. В адский огонь. То есть, когда человек не следует по этому пути, по пути, оставленному нам пророком, алейхи саляту вассалям, то человек стремится в ад. Ведь Аллах, субханаху ва тааля, не спасал ислам и всех нас, его братьями и сестрами. Ведь до ислама люди враждовали между собой, убивали друг друга, но не было у них ислама, не было единства, да, где, единой вещи, где можно было бы им собраться. Но нам Аллах тааля послал ислам и сплотил нас. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, иннамаль муъминуна ихва», что все муъмины, все уверовавшие рабы являются братьями. Всех Аллах, нас, которые мы верим в Аллаха, любим Аллаха, верим пророка, алейхи саляту вассалям, и во все, с чем пророк, алейхи саляту вассалям, пришел к нам. И мы все являемся братьями. Все мы говорим, мы мусульмане, но когда мы видим, да, человека, по его поведению, очень можно как бы определить, что он мусульман. Не видно по поведению наших людей, наших мусульман, что вот он действительно мусульманин. Человек намаз где-то сделал, что-то там соблюдает, а в других его поведениях этого не видно бывает. Частичными, поверхностными мусульманами быть нельзя. Ведь пророк, алейхи саляту вассалям, во всем нам, не только в ибадатах, не только в богослужении, но и во всем оставил нам пример. То есть ислам, наша вот религия, должна быть образом жизни человека. Не так в мечеть зашел, вышел, забыл. А везде, ведь ислам – это образ жизни человека. Если придерживаясь ислама, мы будем на этом свете, у нас все хорошо будет, и на том свете все хорошо будет, благополучно будет, все и на этом, и в ахирате. Сегодня мы, да, ведем себя, на словах мы говорим мусульмане, но когда человек до какого-то дела доходит время, мы забываем, что мусульмане. Никакого уважения к старшим нету, никакого уважения друг к другу нету. Ведь не это же ислам. Ведь пророк, алейхи саляту вассалям, говорит: «Муслиму ахуль муслим». Мусульман является братом другого мусульманина, который не притесняет его, не оставит без помощи. Дальше пророк, алейхи саляту вассалям, говорит: «Кто поможет своему брату, Аллаху Та'аля помогает этому свою рабу». Кто от своего брата мусульманина какую-то печаль, какую-то беду уберет, Аллаху Та'аля от него уберет беды ахирата. Кто скроет недостатки своих братьев, Аллаху Та'аля скроет недостаток этого человека в ахирате в судный день.
Вот как пророк, алейхиссалату вассалям, показывает пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, не из нас тот, кто не проявляет уважение к старшим. У нас в последнее время потеряли это, уважение к старшим. Человек думает, что все, я узнал, там чуть-чуть там набрался чего-то, все, я лучше всех. Ведь нужно понимать, то, что у нас есть, Аллаху Тааля нам дает. То, что да, вот чем занимаетесь вы, учитесь, занимаетесь спортом, это все в нашей религии поощряется. Все это, этот путь оставлен нам пророком, алейхиссалату вассалям. Но нужно это правильно применять на своих действиях. Человек, если чуть-чуть силы набрался, он не должен вести себя, вот все, я гордый, все, я и в дверь не помещаюсь. Ведь Аллаху Тааля дает нам возможность, кому-то силы дает, кому-то там власть дает, кому-то деньги дает. Но это все ниамат Аллаха. А мы все являемся рабами Аллаха. И как бы человек ни поднялся бы наверх, он тот же раб Аллаха. И должен вести себя как раб, уважая других, уважая своих сверстников, старших, преподавателей, родителей. Вот наша религия. Ведь как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, приводя пример своих муминов, всех мусульман говорит, одно как одно тело, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, как одно тело. Вот так же мы все должны быть, друг друга не обижая, друг друга не грубя, соблюдая все, соблюдая чистоту во всем. Когда мы говорим, что религия, что половина веры – это чистота, также все же мы говорим, что чистота – половина имана, половина веры. Но когда мы выходим на улицы нашего города, то есть мы эту чистоту не видим. Мы же живем тут, мы же мусульмане живем, но чистоту не видим. А также говорим, что чистота – половина имана, потому что мы не соблюдаем ее, к сожалению. Религия ислам не должна быть как бы завершаться на одном, да, на одном молитвенном коврике. А во всем, соблюдая все дело, любую работу выполняя, должен ты знать, что ты мусульман, и вести ее, соблюдая все, выполнять эту работу. На этом завершу, за Аллаху Тааля даст нам пользу из того, что мы сегодня узнаем. Алхамдулиллахи, Раббиль аламин.